Представляю вам соперников и первого бойца в синем углу. Introducing you first, fighting out of the blue corner. Бойцу 32 года. Его рост 193 сантиметра, а вес 120,15 килограмма. Его стиль — бразильское джиу-джитсу, а профессиональный рекорд — 10 побед при 3 поражениях. Ladies and gentlemen, he's 32 years old, standing 193 centimeters tall, official weight 120.15 kilos, as Brazilian jiu-jitsu specialist, with professional record time victories and 3 losses. Ladies and gentlemen, representing Rio de Janeiro, Brazil, here is Rafael Bebesau Pessoa! Его соперник в красном углу клетки. And his opponent across the cage, fighting out of the red corner. Ему 39 лет. Рост 195 сантиметров, вес 120,6 килограмма. Профессиональный рекорд — 11 побед, 6 поражений при одной ничей. И его стиль — ударная техника. Ladies and gentlemen, he's 29 years old, standing 195 centimeters tall, official weight 120.6 kilos, as a striker with professional record 11 victories, 6 defeats and 1 draw. Ladies and gentlemen, representing Chicago, Illinois, United States, introducing Daniel the Predator James. Referee Максим Протасов. Максим Протасов рассудит Рафаэля Песо и Даниэля Джеймса. Тяжелая весовая категория. Смотрим и не моргаем. Здесь все может закончиться очень быстро. Сразу же пошел вперед деловито Даниэль Джеймс. Да, необычно подвижен. Раздергивает. Уверенно на ногах. Легко на носочках двигается Песо. Ждет. И здесь снизу, чуть было не попал. Очень хорошая левая рука у Песоа. Да, очень ждет сближения от Джеймса. И сейчас, я думаю, что остудит его пыл. Максимально активно работают секунданты в углу у Рафаэля. Здесь был лоу-кик. И, как можете заметить, есть довольно большой живот у Песоа. Ну, повторюсь, для тех, кто не очень искушен единоборствами, для парней в тяжелом весе это не имеет никакого значения. Рой Нельсон не даст соврать. Да, показывает всем своим видом Рафаэль Песоа, что все в порядке. Очень хороший лоу-кик. Ну что ж, давление остается за американцем. И, откровенно говоря, выцеливает раз за разом Песоа. И здесь попытался встретить бразилец. Голову призывают попадать по Даниэлю Джеймсу у Рафаэля Песо. Небольшую паузу взяли, и опять какой лоу-кик. Кажется, что с левой ногой у Джеймса могут начаться проблемы, причем довольно скоро. Но он не может уже полноценно на нее опереться. И показывал сейчас, ну давай, бей, бей сюда, бей. Да, сегодня Даниэль Джеймс полностью переворачивает впечатление о себе, и элементы шоу появились. А тем не менее, стойку не меняет Джеймс. Джеб от Песоа. Да, более понятный рисунок после вот этих эмоций первых, которые были в раунде, уже вырисовывается. И становится понятно, что преимущество, конечно, в дистанции, преимущество в конечностях со стороны Джеймса. И сложнее подкрадываться Рафаэлю Песоа безболезненно, но пока он уничтожает просто переднюю ногу Даниэля Джеймса. Да, выигрывает пока чисто одними лоу-киками, а Рафаэль — не так много перемещений вообще в этом бою. И вот здесь коротко пробил Джеймс, еще один удар на сближение мимо. И вот гораздо более активно стал работать. Попадает Песоа. Отвечает Даниэль Джеймс. Ну что ж, неплохо показали свою силу и показали, какой динамит есть в кулаках и того, и другого. Все очень опасно. Здесь еще один лоу-кик. Не достает Джеймс. Здорово подавливает американский боец. И идет в борьбу. Первая попытка в этом поединке.
Напомню, коричневый пояс по бразильскому джиу-джитсу в активе у Рафаэля Песоа. Поэтому я полагаю, что если и перевести его получится, то хорошо чувствовать себя на канвасе не удастся. Колено по бедру. Один раз всего лишь пробил Джеймс. Мало что происходит. Ногу заводит. Нет, тейкдаун мы здесь не увидим. Да, все верно показывает. И да, замыкая вот этот вот захват на корпусе, как раз таки можно перевести. Уперся в сетку здесь Песоа для того, чтобы не потерять равновесие и не упасть на спину. Но по-прежнему не пытается закрыть замок. Вот только сейчас. Да, и разворот вправо. Песоа. Нет, не выйдет. Но все-таки очень мощен Даниэль Джеймс. С точки зрения габаритов он, наверное, вообще мало кому в мире проигрывает. Да, напомню, раньше занимался баскетболом Даниэль Джеймс и в разговоре с... Да, Шакилу Анилу проигрывает, только он дерется. Да, и не все получалось в баскетболе, потому что супер высокая конкуренция все-таки в Соединенных Штатах. А вот в ММА ему подсказали пойти, и с тех пор он, я думаю, не жалеет нисколько о своем выборе, дерется на очень высоком уровне. Коротко попал справа Джеймс. Ну что ж, борьбу в стойке формально у нас забирает американец. В стойке, мне показалось, чуть точнее все-таки был Рафаэль. По корпусу достал Джеймс. И на выходе вновь точен Рафаэль. Да, опять же при своем весе гораздо легче он выглядит на ногах. На пружинках, так будто на маленьких, постоянно двигается. Но это фирменная штука у Рафаэля, которая помогала ему на протяжении всей его карьеры. Ну что ж, в первом раунде никто никого не нокаутировал. И ваша поддержка большим парням! Да, долго мы говорили о том, что вот-вот здесь должно состояться досрочное завершение. Действительно, каждый раз мы ходили по лезвию, скажем так, потому что буквально в сантиметрах там свистели эти огромные кувалды. Однако не удалось. 7 из 11 у Джеймса побед были добыты нокаутами. Смотрим. Да, лоу-киками, конечно, основательно замучил своего соперника Рафаэля Песоа. Который поединок я наблюдаю Даниэля Джеймса, и мне кажется, что он будто не пользуется своими преимуществами. У него есть огромные длиннющие руки. На ближнюю руку он может выставлять своего, держать, вернее, своего соперника, а потом правой догонять и причем такой элементарной двойкой действовать. И тот же самый Песоа, который уступает в физических показателях, не преуспеет в этом компоненте. Итак, смотрим продолжение. По-прежнему из центра сразу начинает поддавливать Даниэль Джеймс. Джеб от Песоа. Лоу-кик, правый мимо. И тут такая серия сумасшедшая от Джеймса. Что он делает? Уже наносили. И, похоже, сейчас будет все кончено. Сверху хавгард от Джеймса. Вот это напор, вот это мощь. Как там сумел прийти в себя, непонятно. Уже голову аккуратно сложил, наносил Песоа, принимая словно свое поражение. Груди сверху, здесь нельзя бить колено в голову. Максиму Протасову нужно быть максимально внимательным. Теперь можно. Побороться, и взрывается уже Песоа. Подвымахался. Видно, что такой энергозатратный отрезок был для Даниэля Джеймса. Но как раз-таки за счет вот этого джеба, сдвоенного джеба, он стал быстро чувствовать нужную для себя дистанцию. Там была очень длинная серия. Действительно, порядка там 10, а может быть и больше ударов выбросил Джеймс. Стоит практически на месте Песоа. Ну что ж, выцеливают друг друга. Пытаются сейчас просто открыто подловить на движение. Хороший лоу-кик, но левая нога по-прежнему на месте. Вот Джеймса стойку не меняет. Да, заставил улыбнуться Протасова. Сейчас опять показывает под ближнюю ногу. Вызывает оживление. Да, битвы тяжей, это что-то особенное. Они тоже бывают разными.
Вот как только выключает свой джеб, Дэниэль Джеймс, становится все очень непросто для него. Здесь клинч едва и падает все-таки. Джеймс, но падает сверху. Да, и он выигрывает позицию. Еще в воздухе, можно сказать. Вылезет ли здесь Рафаэль? 3 минуты, еще очень много времени. Есть возможность для нанесения ударов. Вы посмотрите. Очень похожая ситуация с Мухаммадом Вахаевым. Ставки боя 2 минуты и 14 секунд второго раунда. Ladies and gentlemen, we have a time. 2 minutes and 14 seconds of round number 2. Техническим нокаутом добивание. Победу одержал. And your winner by technical knockout punches. Daniel the Predator Chase.